Ребята, если вы новичок и плохо разбираетесь, как узнать, хороший продавец или плохой, есть отличное расширение для сайта AliExpress. Устанавливается очень просто, ссылочку вам оставлю под видео. Кто захочет, может установить. Ставится он в Google Chrome, у вас появляется вот такая корзинка. При открытии любого товара у вас появляется внизу окошечко, вам предоставляет рейтинг продавца. Рейтинг 92, то есть это означает, что описание товара в магазине может не соответствовать реальности. На самом сайте AliTrust вы найдете интересные статьи о том, как узнать курс доллара на AliExpress, что делать, если товар оплачен, но продавец удалил его и закрыл магазин на AliExpress, и многие другие вопросы вы найдете здесь на них ответы. Также можно посмотреть отзывы на различные товары и еще много полезной информации. Поэтому советую, устанавливайте, вы не пожалеете. Привет-привет, дорогие подписчики и зрители, всякая разная из Китая, я вас приветствую. Сегодня у нас на распаковке будет вот такой большой черный пакет из Китая, с сайта AliExpress. Посылка добиралась до меня 23 дня, присвоен был трек-номер, отслеживалось все без проблем, все отлично. В общем, это попросила меня заказать моя дочка, так как сейчас эта вещь очень модна, популярна среди молодежи. Давайте посмотрим. По названию вы уже поняли, что здесь должен быть рюкзак. Очень модный, стильный. Не знаю, сейчас у них в школе ходят с такими рюкзаками полшколы. Так, все, пакет пустой. И когда она увидела, тоже иногда нет-нет лазит по сайту AliExpress, увидела такой рюкзак, попросила меня заказать, дабы посмотреть, какого он качества вообще. Я это сделал. И показать вам, что можно ли заказывать его. Потому что некоторые люди меня спрашивали по этому поводу, стоит ли заказывать вообще такие вещи из Китая. Так, сейчас мы его распакуем. В общем, что я могу сказать. Я заказывал лично для себя сумку через плечо. Ношу уже ее больше года. Ну да, немножко потрепалась, но в принципе сносно и своих денег товар стоит. Поэтому я в принципе смело заказал ей рюкзак, потому что я знаю, что качество будет достойное, не хуже, чем в разных магазинах, которые находятся у нас в городе, либо на рынке. Да? Ну вот, в принципе, я сейчас смотрю и вижу, что да, действительно все сделано очень качественно. Никаких ниточек, торчащих, швы очень четко, ровно прошиты. Сами смотрите, нигде ничего не торчит. Все сделано. Материал плотный, очень плотный. И такое чувство, что он как бы водоотталкивающий, знаешь, как куртка такого плана. Так, здесь у нас британский флаг. Первое, что у нас имеется небольшое. О, смотрите, в кармане, кстати, также видите, имеется вот такая вставка. То есть не просто белое, а внутри имеется тоже звездное небо. Интересно смотрится, конечно. Вот такой, в принципе, немаленький отсек. Сюда можно положить карандаши, ваши ручки и все такое, принадлежности для школы. Так, что по бокам у нас имеются еще два кармана вот таких больших. То есть можно вставить бутылочку воды 0,5. И с другой стороны такой же карман имеется. Так, далее, что сзади? Сзади имеются две вот такие лямки, они мягкие, сделаны внутри как поролон, такие не маленькие, широкие, то есть на спину и на плечи, я думаю, давить не будет. Ну, здесь для регулировки имеется. Задняя часть у нас, в принципе, обычная, никаких подкладок нету. Здесь имеется еще вот такая петелька, то есть можно повесить куда-то вашу сумку или просто нести за ручку. Так, ну давайте посмотрим, что внутри. Так, вот таким образом все открывается, все на замочках. Так, внутри вот такого серого цвета у нас. Что мы здесь имеем? Один вот такой отсек, кармашек, да, имеется небольшой. И в принципе все, внутри больше ничего нету, только один вот такой кармашек, а так полностью все открыто. Ну что могу сказать, рюкзак достойный, красивый, я надеюсь, моей дочке понравится, и она будет его носить с удовольствием. Как выглядит на спине ребенка этот рюкзак, вы сможете увидеть в конце видео фотографии. Я пофоткаю свою дочку, и она попозирует вам, чтобы вы посмотрели, как все это выглядит. Ну, в общем-то, и все, ребятки. В принципе, рюкзак качественный. Расцветки имеются разные. Бывает и черное небо. Там, ну, в общем, ссылочку оставлю на продавца под видео. Если кому-то понравился такой рюкзак, приобретайте смело. Все пришло с трек-номером, отслеживал. Качество хорошее. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам здоровья, позитива и удачи по жизни. Пока-пока.